Ну і я людям ближче про. Да, там это приспособление специальное для того, чтобы я мог безопасно водить автомобиль по городу и за городом. С этим приспособлением меня обучали в автошколе для инвалидов города Киева. Ивар называется, глава автошколы Гордиюк Николай Петрович. Ему огромное спасибо, что он обучил. Тоже силиконовые, да. То есть они позволяют крепко держать руль, ну и уверенно держаться на дороге. Хотел еще поблагодарить людей, которые помогли мне сделать права. Это ж как, это очень сложно, получается, все недоступно было. Поначалу это незаконно было, потом это узаконили. Ну, но... Кручу, получается, вот таким вот образом. То есть если там и резко надо повернуть, и резко нормально все получается хорошо. Ну я имею в виду, вы их можете снять, переставить на другую. То есть по сути на любую машину можно. Главное, чтобы был автомат. Конечно. Помаши.